Рассказывать про папу могу я очень много. Он добрый и хороший, но может быть и строгим. Для воробьев кормушку мы вместе смастерили, и в школе нас обоих за это похвалили. На велике однажды он научил кататься, на лыжах с горки съехать и в горку подниматься. Учили с ним уроки и даже пели песню. Я очень люблю папу, мне так с ним интересно.